Приветствую всех, кто заглянул на канал Blender 2.81 и самураем становится болван. Вот этот персонаж растет над собой, так сказать, развиваясь, вот получил в награду меч. Надо ему этот меч теперь, так сказать, к этому персонажу приставить, и чтобы он именно работал в анимации и желательно правильно. Ну, давайте рассматривать этот вопрос. Имеем меч, нужно его немножко вставить в руку. Он должен быть в руке. Разворачиваем как-нибудь, тут подгоняем и засовываем персонажу в руку. Вот так. Немножко тут тоже с разных ракурсов посмотреть. Ну вот где-то так. Сильно вдаваться в четкость его не надо. Это вот для объяснения. Следом, что нам нужно сделать? Нам нужно подгрузить к этому мечу именно кость. Арматура, одна кость. Находим видимость отображения во вьюпорте. Спереди можно нажать. И вот теперь эту косточку G английская подставляем вот сюда. Можно ее немножко S вот так вот уменьшить. И немножко R английская развернуть. Смотрим что да как. G подставляем вот сюда. И теперь G вот сюда. Ну и немножко R ловим именно меч. Чтобы он ровно по нему лег. Ну еще R немножко. Чтобы спрятало. До конца не надо. И вот эту косточку. Вот эту вот косточку G. Можно немножко к руке поближе подтянуть. Можно ее сделать еще меньше, чтобы она не мешала. И также поменять ей внешний вид. Поставить, ну, можно какой-нибудь там квадратик, какой-нибудь кружочек просто все поставить, чтобы выделять потом с кистью. И теперь нужно просто это все дело. Нажимаем на катану, нажимаем Shift, левая кнопка мыши на кость. И делаем Ctrl-P, связываем это все автоматическими весами. Смотрим, как это теперь работает в анимации, да? Заходим теперь, выбираем все косточки, потому что эта кость, если вы выберете только персонажа и нажмете вот режим позы, смотрим, вы видите, о, все включается. Так, я был неправ, извиняюсь. Ну, когда-то у меня так не получалось. В этот раз хорошо все стыкуется. Ну, раз этот вопрос отпал сам собой, выбираем теперь именно вот кисть, меч и через Shift вот выбираем нашу кисть персонажа. Вытягиваем таймлайн, смотрим, что тут да как, и делаем какое-нибудь движение. Это G, вот так вот, и прописываем A, I, положение и вращение. И опять же прописываем G, так, Ctrl-Z, опять же выбираем косточку, выбираем кисть и, перетащив именно на другой кадр в таймлайне вот этот ползунок, жмем G английскую и вот так вот убираем в бок, допустим, ну где-то вот так. И пишем A, I, положение и вращение. Ну, смотрим, что получилось. Вы видите, что наш предводитель уже показывает войску своему, куда будет наступать или типа фас. Ну и также можно здесь ему изменить немножко позу. Ногу одну отвести сюда. Ногу другую поставить сюда. Жмем, переписываем кадр А и положение и вращение. Нажимаем на следующий кадр. И здесь у нас уже попытка номер два. Опять же ногу отводим, ногу вперед. И немножко можно, чтобы он присел. И переписываем кадр А и положение и вращение. Ну вот. Оп. Танец джигита. Уже нормально.
Вот такой вот получился эксперимент. Что еще здесь можно делать? Если вы выберете просто кисть, то G вы уведете руку, и меч не будет двигаться. Вот такая штука. Также можно этот меч сделать, как будто он его бросил, потом он его поднял, и он не привязан у вас к персонажу, именно к мешу. Это не один меш. Если будет один меш, я вам сейчас покажу, как это выглядит. Здесь катана уже один меш вместе с предводителем болваном. Объектный режим, снимаем выделение. Если мы нажмем на болвана, вы видите, что выделяется и катана, потому что это одно целое. Уже ее нельзя не бросить, уже нельзя что-то с ней этакое сделать. Все, только махать и только одной рукой. Ну, еще можно вот эту руку к этому, к этой руке подвести и как-то тут ее объединить, закрепить. Вот у нее уже маленький функционал. Вот опускаем, выбираем режим позы. Вы видите, что он двигает, и меч уже вот, тыкает. Также можно рубить. Ну, какой-то кадр, возможно, можно снять и так. Но лучше, чтобы меч, конечно, был отдельно от персонажа. Ну, вот такая штука. Все, всем пока, до свидания. В дальнейшем информация еще будет по поднятию меча, как сделать, чтобы меч там в ножны залазил. Все это будет уже серия роликов, именно связанная вот с этим самураем в будущем. Все, всем пока.